Я и говорю, там зумеры, вероятно, вообще не понимают, что происходит, о чем мы говорим. Мотыли какие-то, блин. Так вот показать им ящик, сделанный из морозильной камеры, и спросить, для чего он. Сейчас морозы не те, и холодно, ужас. Ну, постарел, значит, ты. Да не только ты. Хотя я раньше наоборот. Ходил и в кофте, и в зимней куртке. Ну, как-то холодно было, хрен его знает. Он там бегает, что-то куча народу прям. Капец там народу носится. Они еще и лагают как-то, видели, как они прям рывками дергаются? Еще один бегает. Сколько их там? Человек 4, наверное. Минус один. Эй, земляк! Сейчас первый патрон, кстати. Всех анимешников дели. Да не знать, что они молчат в чате, блин. Коробочку с мормышками. Наверху один, кстати, лежит. Да, Леня, давай, постреляй по мне. Больше ведь не в кого стрелять. Кто-то там обходит, кстати. Отхилится внутри. Вовремя. В шапочке еще один должен быть, в панамке. Панамки я не убивал. Вон он бегает. Бежит. А, это сзади. Два. Это не панамка, по-моему, все еще. Сил не хватает, только сказать чирик. Слышь, уважаемый. А я зеленку-то не взял. А, или я ее завязал, да? Я ее завязал. Я просто на автомате уже. Завязаю.
Пока проверим АГС и вернемся сюда лутать. Так, ну вроде нормально все. Там, наверное, машина уехала на общаге. А нет. Блять, успел. Фу. Блин, их там двое, что ли? Или он тоже успел по мне выстрелить просто? Чё я устал? Навеса-то нету. Живой, живой. Так, чел, давай не выдумывай. Спускайся. Как тебя лутать-то там? Зачем ты туда залез? Блять, боты просто без промаха стали стрелять. Так, сюда, 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 сюда. Да ладно, сзади что ли где-то был? Где-то еще один сидит, да серьезно, блин. Сколько я вас поубивал здесь, блин? Шестеро, я шестеро убил. И где-то еще один седьмой сидел, да, затылок. Он, наверное, я понял, где он сидел. БПХ. Он, походу, под пероном сидел, знаете, там, где можно заползти под этот перрон и там сидеть. Да, скорее всего, там. Потому что если бы это был вагон, я бы, скорее всего, слышал звук металла, если бы он топнул хотя бы разочек. А под перроном там вообще ни хера не слышно. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже в выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.